В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 одним из наиболее острых вопросов остается обеспечение социально значимых объектов средствами индивидуальной защиты. Как известно, медицинские маски в свободной продаже на территории Твери найти сейчас достаточно сложно. Они были раскуплены в первые дни эпидемии. На помощь в этой ситуации приходит малый и средний бизнес. Предприятие перепрофилирует свои производства на изготовление масок, перчаток и антисептиков. Эта продукция поступает в нуждающиеся в средствах защиты учреждения. Вопрос обеспечения медицинскими масками населения Тверской области с самого начала эпидемии COVID-19 оказался наиболее острым. Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения на горячую линию нашего телеканала. Первые дни средства защиты оказались практически полностью раскуплены. Люди спасались самодельными повязками, перекупали маски у спекулянтов по цене в разы превышающей рыночную. Это вынудило федеральное правительство обратить внимание на эту ситуацию. Так, премьер-министр страны Михаил Мишустин приостановил ранее введенное ограничение на торговлю медицинскими масками, которое запрещало торговать в розницу товарами в обычных магазинах и других точках, которые не имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Подобный шаг был направлен на то, чтобы нормализовать ситуацию на рынке. Правительство отменило ранее введенные меры по торговле масками, перчатками и респираторами. Отмена этого постановления призвана устранить перебои в отрасли. Теперь к проблеме подключился малый и средний бизнес. Предприниматели начинают частично перепрофилировать свои производства, дабы помочь социально значимым объектам, нуждающимся в средствах индивидуальной защиты. Так, 600 медицинских масок были переданы Тверскому Суворовскому военному училищу, одним из предприятий города. В настоящее время учебное заведение находится на карантине. Ученики не ходят в увольнение, посещения родственниками не осуществляются. Как рассказал заместитель начальника Суворовского училища Игорь Казадаев, полученные средства индивидуальной защиты помогут усилить профилактические меры в учебном заведении. Сегодня мы получили 600 масок медицинских от э, организации, которая не безрав... неравнодушна не рав... не, не, не к нашим суворовцам, воспитанникам, будущим защитникам отечества. Поэтому спасибо правительству, спасибо фирме, которая нам предоставила эти маски. Спасибо. Также партию масок и других средств борьбы с инфекционными заболеваниями получили волонтеры-медики. В условиях пандемии они постоянно работают с людьми пожилого возраста, доставляя им покупки на дом. Понятно, что для них средства защиты крайне необходимы. Более 200 медицинских льняных масок с прослойкой из прополиса, а также перчатки и антисептические средства будут разосланы волонтерам по всей области. Мы сейчас говорим не только о штабе в твери, у нас в тверском штабе уже порядка 100 человек прошли обучение, аккредитацию волонтеры и готовы для работы, но и также в каждом муниципальном образовании созданы волонтерские да, такие ячейки, которые ждут наши продуктовые наборы и будут заниматься доставкой. Часть таких линных масок можно будет найти в аптеках города. Цена, прямо скажем, немалая, порядка 400 рублей. Однако изготовители уверяют, изделия прослужат долго и, что самое главное, надежно. Саму маску можно стирать, а прополисовая прослойка окажет хороший антибактериальный эффект. При этом региональный штаб по противодействию распространению пандемии настоятельно рекомендует, помимо ношения масок, соблюдать главную и самую эффективную меру профилактики – самоизоляцию.